Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Плей. Мы продолжаем проходить God of War. Я готов! Закрой свой рот. Я готов, закрой свой рот. Короче, в прошлой серии мы с вами... Новый труд. Убивая троллей, ищите этих огромных рогатых тварей, тщательно осматривая земли, по которым вы путешествуете. Советы о том, как с ними бороться, вы найдете в бестиарии. Домой в эту сторону. Короче, игра не сохранилась почему-то. Бестиарий обновлен. Дейди Кейпмардер. Похоже, тролля, с которым мы только что дрались, звали Дейди Кейпмдабрабадар. Мама пугала меня сказками про него, чтобы я не уходил слишком далеко от дома. Думаю, она была... бы мной гордилась. А вот папа немного рассердился. Он говорит, что я еще не готов. Ну и что? Я только что помог ему убить тролля. Значит, я готов. Мама рассказывала много сказок о подобных существах. Имя этого тролля означает торговец смертью. Думаю, его так назвали, потому что он был очень злой. Я рад, что мы его убили. Так, а тут что-нибудь есть? Какие-нибудь чемоданчики? Короче, я зашел в игру и пришлось опять убивать тролля. В этот раз было полегче. Потому что плюс-минус, опять же таки, вот в таких играх с такой механикой ты ее немножко запоминаешь. Вот, и все у тебя становится хорошо, ты начинаешь проще. Ты что там? Так. Под шкалой здоровья врага находится шкала оглушения. Возьми его в захват R3. Стрелы атаки голыми руками наносят больше урона от оглушения. Хорошо. Так, оглушил. Захват. А, захват типа... Все, понял, что за захват. Захват цели. Короче. Идти нахер. Ну, подхилялись, мальца. Так, рубленное серебро. Рубленное серебро. А что, больше ничего нет? А вот туда как попасть? Можно топор кинуть? Видимо, не имеет смысла пока что. Нужен какой-то навык. Сука. Хорошо. Ага. R3. А чё R3? Не понял. Ну, а чё R3 же, это нажатие кнопки. Ебать, какой-то ледяной. Ты кто? Топор не годится? В смысле? А чем его? Стрелами? Стреляй в него. А чё... Чего? Почему-то выключился джойстик. Погоди, а как его?
Не понимаю. Вот так. Это ж долго. Так, подожди. А, убивайте разбойников. Ищите этих вооруженных злодеев тщательно. Осматривайте земли, по которым... Ну, это понятно. А я говорил, закрой рот. Бестиарий обновлен. Можно про него прочитать? Что это за существо? Оно похоже на разбойника, но говорит таким странным голосом, таких не знает даже папа. А еще в чем прикол? Стрелами как-то вообще не камильфо. Чтобы прицелиться, да я знаю. Иди назад. Так, пришли домой. Вернитесь домой. Так, мы сейчас здесь просмотрим. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. А где игрушка последняя? Так. Нет ничего. Ну, что-то ничего не вижу. Куда мы пошли? Что, домой, да, идти? Домой, да? Иди в дом, сын. И побыстрей. А они пойдут прах развеивать, типа? Чё джойстик-то отключился? Он у меня через шнур подключен. Да, видим прах. Не думал, камера снаружи останется. Чё, а, ходить? Игрушки еще есть? Что нечестно, блядь? Ничего не понимает. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Бей. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Нормально бей. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! А, он его специально разозлил.
Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Что же тряслось? Выходи! Чужак, кто ты? Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю! Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол! Живо! Ты же запретил туда лазить! Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь! Просто ответь мне на вопрос! И обойдемся без кровопролитий! Ебать, фраер. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот сам. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты помахаться? Меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Нормально. Нормально он его лупанул. Какое жестокое разочарование. Давай же! А что надо? Бить? Ой, блядь, с ним махаться надо. Бесполезно! Он пока не это. Не сопротивляется. Бля, ничего не идет. Только зажал сам себя в дереве. Ого! Я увернулся. Ты постараешься! Нормально. Его парировать, по крайней мере, можно. Иди сюда, бля. Нормально, нормально. Мне нравится, что его можно парировать. Это был удар. А, это катсцена, катсцена. Сейчас кто-то дом разнесет. Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Это вопрос. Че тебе надо сказать? Почему тут две кровати? Что, ты гомик? Почти завалил. Прочь из моего дома!
Прикольно с прогиба. Так. Задел за живое, да? Нормально. Вот это кшон. Кого ты прячешь? Тебя ебет. Давай. Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. А, ты все-таки какой-то этот. Блять, ну, серьезно? Стоп. Еще разок. Слишком много слов. Я пока не дерусь, они сами. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Так, R3. Ага. Можно мне подраться? Ебать, он вообще зверь. Кто там? Кого ты от меня прячешь? Сейчас узнаю. Так, следующее. Как бегать-то? Нормально, нормально. Бежим. Почти завалили его. Но он не сложный, кстати. Парирую. Тебе точно ебать не должно, что мы скрываем. Бля, ему по кайфу, что его лупят. Давай его. Ну, мне кажется, это все дохлый номер. Он сейчас опять в это восстановится. А, ты на него хочешь это? Монумент свалить? Неплохо. Я надеюсь, третьей фазы не будет. Блядь. Чё-то мне не нравится. Сейчас, подожди. Графика. Атмосфера. А что такое? Давай сейчас посмотрим. Качество динамичного тумана. Пусть высокое будет. Отражение. Что-нибудь меняется? Ничего не меняется. Тени. Ну, тени оставим. Фильтрация. Высокое качество моделей. Максимальное пусть будет. Качество текстур тоже пусть будет максимальное. А еще экран... Качество. Ну ладно, пусть пока так будет. Немножко, глянь, текстуру подгрузились. Так, а нам куда-то... Куда идти-то? К дому. Ты уже уходишь? Бля, что еще? Что нажимать? Тебе надо было состроить гордеца. Давай, бей со всей силы, я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Но прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Опять ты бессердечный. Ну дайте мне его полупить. Он такой противный. И чё, наверх лезем, да? Ты же сам видел, ты не можешь.
можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Тоже восстановился. Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Продолжаем. Чуть не победить, блядь, все равно третья фаза. Где он? Где он? Бля, не вижу его. А, вижу. Он быстрее стал. Не чувствую. Бля, он... сложнее стал с ним бороться. Это было больно. Я убью тебя! Давай, нападай. Я, короче, не буду сам на него бежать. Отходим. Давай! Так. Нападаешь? Я не чувствую! Блять. Еще, бля, одна фаза. Он же не чувствует ничего. И он бессмертный, да? Души его, души. Я надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. А, хорошо. Скинь его нахуй. Ебать, нормально, два босса подряд. Он несложный был, блин, подлагивает немножко игра. Поэтому некоторые моменты пропускал. Ну чё, поковыляли? Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Я не знаю, слушай, не задавай мне таких вопросов.
Ну давай, восстановись, ты же умеешь. Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Давай, давай, вставай. Сейчас, что, или сейчас он опять пройдет? А, восстанавливается, хорошо. Чуть-чуть. Чуть-чуть, но видишь, не до конца, видимо, не это. Силёнок маловато осталось. Я тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. Ну как? Пойдем, в пути обретем силу. Но оставаться тут нельзя. Факт. Сын со своими вопросами, кто это был? Сын. Вы там как? Я думал... Все нормально, сы. Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Да, блядь, уже так готов. Есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Походу приготовишься. Докажу. Тоже вот странное. Докажи мне, что ты готов. Так научи его. Гора. Путь будет долгим. Отмеченные, да, деревья. Но он очень важен. Ого. Что тут случилось? Да не важно. Путешествие к горе. Как это? Приходил Сережка. Новая запись. Чужак, к нам домой пришел странный человек, покрытый татуировками, и напал на папу. Вот это была драка. Все поломали. Раньше папа говорил, что я еще не готов. Но, видимо, убийство чужака заставило его передумать. Кто же это был и чего ему было нужно? Набор артефактов. А, все, последняя игрушка была. Так, туда закрыто. Блин, ну если тут все боссы такие в три этапа, это же первый ознакомительный был. Значит, блин, это будет жестко. Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Я не знаю. Никто. Ты его убил? Да. Я сделал то, что должно. А другого пути не было? Ты мог умереть. Мог, но не умер же. Ни одного. Ладно? Так, ладно. Это куда-то наверх. А береза упала? Или она просто упала? Блин, очевидно, типа на другую сторону. Не, нельзя. Ну ладно, полезли наверх. Вверх. Вверх. Ты раньше убивал людей? Да. Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди... Они же тоже хотят выжить. Да это же не люди. Закрой были. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Во-во. Я понимаю. Я о том же. И это было тут всегда? Ну, бля, если оно тут стоит, то... Поможешь мне забраться? Нет. Будет лучше видно. Нет, тебе я не помогу. Давай сейчас сначала все просмотрим.
Чего? Топор доставай. Вот так. Так, значит, получается, можно бросить сюда, но замораживать нечего. А, здесь что-то покрутить, наверное, надо. Запрыгивай. Давай там по-это побыстрей. Есть. Цепь скинь. Ну. Сын. Да. А сразу, блин, нельзя было так сделать. Плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Во-во. А это, наверное, бог был какой-то, да? Блядь. Я и не знал. Стоп! А как же ты переберешься? Да заткнись ты. Дайте. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. Возможно. Так, это... Да куда ты полез-то? Короткий путь. Я так понимаю, что мы еще вернемся сюда. Смотри. Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Тебе и не надо. Мы тоже не понимаем. Идем. Он... Не оглядывайся. Вот опять, он ему было что-то хотел сказать, но решил промолчать. Идем вперед. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Бы ты отца бесишь просто. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Так, стрелять. Нападать будем? Нет. Нападай. Я уже готов. Слушай, а навыки какие-то? Там же есть навыки. Не
Так. Да тут полно драугов. Денег. Он стреляет огнем. Это как вообще? Сын, соберись. Но он слабее физически. Где еще? Индикатор? Да ладно. Мы знаем про индикатор все. Враги справа! Нормально помахались. Ну как? Я помог? Если хочешь помочь. Драугр-метатель. Эти драугры... Эти драугры умеют метать огненные шары. Интересно, как им это удается? Они предпочитают атаковать издалека и могут доставить много неприятностей, если кроме них есть другие враги. К счастью, их довольно легко убить. Не отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Нормально. Распределение обязанностей. Если враг не моя цель, то знает, что я. На каком, бля, верху? Где? Ты чё, дурак? А, все, спасибо. Я уж хотел на тебя поругаться. Сказать, что ты дурень, блядь. А где у меня хпшки-то под этого? Смотри. Чё там написано? Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать. Прости, добро пожаловать Йотун. Здесь было селение йотунов. Великаны были совсем рядом, но насколько давно? Это смысл в незнакомых. Так, хорошо. Тогда вот сюда сбегаем. Так, все-таки он бегает. Я думал, он не бегает, он только ходит. Так. Здесь же что-то есть. Хилка. И все, соответственно. Так. А это я как пропустил. Все, полезли наверх. Ой, время как быстро пролетело. Сейчас до какой-нибудь... логической точки дойдем. Так. Это тебе не надо.
Сейчас опять махач. Хуё. Похоже на белых ходоков. Что-то еще? Стреляй медленней, за скорость платишь меткостью. Понял. Что это за существо? Так, заморозив папу, эти враги приходят в ярость, становятся намного злее. От их ледяных взрывов надо уклоняться любыми способами. Это что-то немножко, мне кажется, не то, ну ладно. Так, это я возьму. А вон та зеленая, я ее, пожалуй, оставлю, потому что я думаю, что... Эй, кажется, там сундук. Ага. Неспроста он тут лежит. Слабая руническая атака. Невероятно быстрый выброс энергии, отбрасывающих всех соседних врагов и прерывающих их действия. Вы получили камень слабой рунической атаки. Касание Хель. Подобные камни позволяют так наделять оружие слабыми и сильными атаками. Так, понятно, хорошо. Ага, а? Касание Хель. Тернические атаки обладают характеристиками. А чтобы вставить камень? Вставляйте камеру. Так-то. Ну, тут больше ничего нет. Ладно. Чтобы провести слабую руническую атаку, удерживайте ЛБ. Ого, как ты это сделал? Кажется, здесь можно пройти. Теперь понятно. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Блин. Крепкий! Видишь? Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть совсем мертвы? Да не трогай ты, бля. Сын. Живые, живые! Да ладно, я понял. Помни, меткость важнее скорости. Этот посильнее. Следи за ними!
Это сынок. Это последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. О, так, что тут? Чтобы атаковать, ему нужно создать снаряд. Если кто-нибудь из нас прервет его атаку, он будет вынужден начать все сначала. Все, я предлагаю тогда на этом на сегодня закончить. Типа, некая логическая концовка. На этом на сегодня все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись смотри видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.